Всем привет, меня зовут Евгения, и вы на канале Вкусно ТВ. Сегодня будем готовить очень интересный, необычный, из обычных продуктов ужин. Если вам интересно узнать, как это все приготовить, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и поехали! Возьмем вот такую форму. Немножко можно смазать ее сливочным маслом, либо растительным. Вот так, самую малость, капельку буквально. Хорошо. И выкладываем помидорки. Далее нам нужна луковица. Ее тоже мелко нарежем. Берем сковородку, наливаем масло, буквально 1 столовую ложку, и будем пассеровать луковицу. Итак, лучок готов, сейчас вот так аккуратненько его на помидоры выкладываем. Далее нам нужно немножко подтушить перец. Это может быть болгарский перец обычный, зеленый, красный, любой. У меня же это мелкий, он сладкий, он не острый. Я его просто вот такими кусочками, можно еще помельче. Где-то вот так, вот такими кубиками порезали. И сейчас тоже будем пассеровать на масле. Перчик тоже готов. Очень красиво, ярко, красочно получается. Точно так же сделаем с белым мясом курицы. Его можно либо отварить и порезать на маленькие кусочки, либо же точно так же потушить немножко в масле. И теперь вот у меня белое мясо. Таким образом выкладываем тоже его на овощи. Кусочки могут быть совершенно разного размера, как вам больше нравится. Растапливаем 25 грамм сливочного масла, добавляем 50 грамм муки и на огне сейчас это все будем заваривать. Далее добавляем, где-то спустя 2-3 минутки добавляем сливки, 125 грамм, сливки 10%, и тоже сейчас продолжаем все заваривать. Итак, наш соус заварился. Смотрите, он такой стал густой. Сейчас его посолим, добавим специи. Это у меня будет черный перец, соль и орегано. Черный перец. Также можете добавлять любые специи, которые вам нравятся. Все хорошо перемешаем и заливаем наше блюдо этим прекрасным соусом. Дальше украшаем помидорками и сыром. И отправляем в духовку до запекания. Итак, ребята, спустя где-то 25-30 минут наш ужин готов. Приятного аппетита! Я надеюсь, что вам это понравится. Очень вкусно, ароматно и очень ярко. Обычные продукты, которые обычно всегда есть, и
На самом деле, просто хочется из этого обычного сделать что-нибудь необычное, чтобы на наш ужин или обед был такой яркий, красочный. Надеюсь, что этот рецепт вам понравился, и вы обязательно его приготовите. Если это так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, и оставляйте свои комментарии. На этом я заканчиваю. Приятного аппетита и будьте счастливы. Пока-пока. Так сочно и ароматно. Невозможно. Овощи все такие супер.